Друзья мои, ну я думаю, что вы поняли, что какая-то была компания, какая-то была семья. Допустим, Людвиг Нобель основал Русское техническое общество, которое материально поддерживало любое успешное многообещающее соединение промышленности и науки. Он так это говорил. И, по сути, вот он стал инициатором введения в России системы метрических мер и весов, да, где использовались метры, граммы и так далее. Очень много они тратили в развитие медицины. Допустим, когда в 1892 году в России вспыхнула эпидемия холеры, Эммануил Нобель, сын Людвига, ну, правда, Людвиг уже к этому времени был мертв, но тем не менее, да, он спонсировал поездку двух врачей Санкт-Петербургского института экспериментальной медицины, который тогда занимался предотвращением разных заразных болезней. Он их командировал в Баку для того, чтобы оградить своих рабочих от холеры. Вот таким образом они и заботились вот о своих сотрудниках. Ну и еще надо сказать, это очень важно, что Нобели делали ставку именно такого массового, не сильно богатого потребителя, да, когда они распространяли свои недорогие керосиновые лампы среди крестьян. Ну и это было очень дешево. К 1890 году бесчисленные цистерны Бранобеля везли нефтепродукты в Европу. А Россия, которая ранее была импортером керосина, стала одним из крупнейших его поставщиков на мировой рынок. И в то время на компанию Нобели приходилось примерно 20% всей российской нефтяной промышленности, на частную компанию Нобеля, да, и примерно 9% мировой. Бранобель производил не только топливо, но и разные повседневные товары, например, мыло, и если что-то кто-то не знает, то мыло без нефти бы тоже не появилось, да. А на нефтяном рынке уже тогда, конечно же, была сильнейшая конкуренция. Ротшильды, Рокфеллеры осваивали европейский рынок, налаживали поставки керосина. В России тогда он достиг уже 40 тысяч тонн ежегодно. И благодаря слаженной работе и качеству продукции Нобелям удалось вытеснить, по сути, Ротшильдов с российского рынка. И они наладили поставки своего керосина в Германию и другие европейские страны. Ротшильды, конечно, были не сильно довольны, да, то, что они потерпели крах в Европе. Хотели уже даже отказаться от вообще нефтяного дела, в то время как Нобели зарекомендовали себя как честные партнеры. Об этом пишет директор Deutsche Bank фон Гвиннер. «Тогда мы избавимся от Ротшильдов. Будем иметь дело только с гораздо более порядочными Нобелями», пишет директор Deutsche Bank. В 1782 году широким спросом пользуется Нобелевская горелка для обогрева помещений и кухонных плит. Ну и, конечно же, опять железная дорога. По сути, вся южная ветка от Москвы до самого Баку была организована при помощи мощной финансовой поддержки Нобелей. Даже Курский вокзал тоже, по сути, отстраивали они в складчину с государством. Всю страну, друзья, перевели на новый качественный уровень. Россия раньше перевозила 40-70 тысяч тонн ежегодно из Америки, а потом стала сама крупнейшим экспортером нефти. Ну, еще раз, наверное, скажу, что Рокфеллерам и их нефтяной империи, конечно же, это не нравилось. Компания Standard Oil начинает терять всех клиентов, да, и начинается вот эта вот возня, подкуп, шантаж, организация забастовок на заводах, ну, все, что любят наши западные друзья. И тут выходит Рудольф Дизель на первый план, такой мечтатель, практик, он изобрел двигатель на нефти и предлагает его реализовать в качестве научного достижения своего. Германия отказывается, потому что они нефть качают из России, не хотят от них сильно зависеть. Ну и, по сути, Нобель заключает с ним договор. А в 1900 году уже получает гран-при за изобретение, которое получило название «Русский дизель». И в 1903 году в России начинается замена паровых машин на машины дизельные. А уже в 1908 году дизельные двигатели устанавливаются на подводной лодке «Минога». Появляются дизельные двигатели на пароходах, паровозах. И Россия становится лидером мирового машиностроения. В том числе благодаря тому, что вовремя Рудольфа Дизеля вытащили из Германии, заплатили ему 800 тысяч по тем временам марок для того, чтобы выкупить у него патент на изобретение. И он уехал из Германии и создал дизельный двигатель, друзья. Вот он, русский дизель, который изобрел немец со шведами под спонсорством шведов в России, и никуда они уезжать отсюда вообще не собирались и не хотели. Кстати, история с Рудольфом Дизелем – это вообще отдельная история. В 1913 году он шел на корабле «Дрезден» в Англию, и это была последняя его ночь, потому что
его не стало в живых. Типа он сбросился за борт, покончил жизнь самоубийством. Можете почитать очень интересные статьи в интернете на эту тему, вот, когда про Рудольфа Дизеля пишут, что очень необычно, что человек в прекрасном настроении, в замечательном расположении духа, богатый, знаменитый, успешный, везет в Англию новые разработки и чертежи свои, и вдруг неожиданно решает покончить жизнь самоубийством. Ну, говорят, что немцы, для того, чтобы никто не получил новые разработки дизельного двигателя, организовали ему эту смерть в 2013 году. Ну, в общем, доподлинно это неизвестно, но факт остается тем, что в любом случае ему немножко отомстили за то, что он именно в России открыл дизельный двигатель. Кстати, друзья, когда Людвиг Нобель умер, находясь в Европе, его брат Альфред как раз об этом прочитал в газетах. Но журналисты все перепутали и хоронили самого Альфреда. И в выражениях вообще не стеснялись. Называли его торговцем смертью, проклятием рода человеческого. И человек, который придумал динамит, который думал, что взрывчатку используют для горных работ, перенес сердечный приступ и тщетно пытался запретить динамит использовать в военных целях. И для того, чтобы очистить репутацию, Альфред завещал отдавать часть доходов своей империи тому человеку, кто за последний год принесет наибольшую пользу человечеству. Собственно говоря, так родилась знаменитая Нобелевская премия. Впервые премии выдали в 1901 году, через 5 лет после его смерти, но еще в 1889 году правление Бранобель учредило в России Нобелевскую премию, которая посвящалась памяти Людвига, собственно говоря. И деньгами, и золотыми медалями награждали лучшие исследования в области металлургии и нефтяной промышленности. И, между прочим, в конкурсную комиссию входил тогда Дмитрий Менделеев. И первым лауреатом российской Нобелевской премии в 1895 году стал Алексей Степанов, русский инженер, за работу «Основы теории горения ламп». Поэтому вот могила Нобеля за моей спиной. Если бы он не умер в Санкт-Петербурге в 1888 году, и журналисты бы не ошиблись, возможно, мир так и не узнал бы Нобелевскую премию. Ну, для Нобеля, конечно же, все волнения революционные оказываются очень тяжелыми. Допустим, в 1903 году в Баку вспыхивает восстание, где свободные рабочие сжигают 36 буровых вышек, громят здания конторы и квартиры управляющих. Конечно же, это переживания, деньги, расходы и так далее. А когда в 1905 году случилась некая первая революция, то эсеры, которые приходили на предприятие, конечно же, в первую очередь убивали классных специалистов, которые разбирались хорошо в добыче нефти в том числе. О волнении в Петербурге писал компаньон Нобелей, Ханс Ольсон его звали, который, конечно же, не одобрял никаких уступок рабочим, на которые согласились тогда и промышленники, и правительство. И он писал: «Это были первые признаки политического восстания российского пролетариата, который затем осуществил малую революцию 1905 года и большую в 1917 году, что привело к власти большевиков. Во время бакинского мятежа 1903 года русское правительство пошло на переговоры и сделало ряд уступок рабочим и их вожакам. Рабочие добились свободы собраний, права избирать своих представителей, и это был первый опасный шаг на пути к развалу». У меня есть татуировка «Не ведите переговоры с террористами». Да? Но Нобели, воспитанные в традициях гуманизма, они тоже пошли на уступки пролетариату. Эммануэль Нобель, который унаследовал, по сути, весь бизнес от своих родственников, да, от отца, он даже поддерживал некоторые выступления рабочих, не слушая своего компаньона осторожного, вот, Ольсона. И, как отмечает шведская писательница, которую зовут Бритта Осбернг, биограф Нобелей, рабочих подстрекали агитаторы, которые внушали им новые идеи. Преданность хозяевам ослабевала, но агитаторы, естественно, имели корни, как вы понимаете, от наших западных европейских партнеров. Потому что, конечно же, Ротшильды и Рокфеллеры недовольны были сильной империей Нобелей. Использовали уже знакомые всем нам приемы. Увы, друзья, ничего не бывает вечным. Происходит революция. И вот интересен взгляд на революцию одной шведской писательницы Ос Бринг, про которую мы уже сегодня говорили. Революция означала свободу. Что такое свобода, никто не знал, но все были убеждены, что свободу нужно приветствовать, поскольку это нечто великое, недоступное пониманию. Свобода стала всеобщим лозунгом. Во имя свободы распахивали тюремные ворота, выпускали заключенных, ведь свобода распространялась и на них тоже. И во имя свободы люди дезорганизовывали работу предприятий, которые давали им средства к существованию. Доказывать непоследовательность таких действий было абсолютно бессмысленно.
можно было нарваться на то, что тебя просто объявят контрреволюционером и врагом народа. А это не всегда полезно для здоровья. Вот, друзья, ну и, собственно, в 1918 году Эммануил успевает продать такие товарищества тем самым рокфеллеровским Стандарт Ойлу, причем почти бесплатно, ну, за даром, давайте, 7,5 миллионов долларов, это очень было немного, убегает из России, ну, а все многочисленные склады, вышки, хранилища, вот я прочитаю эпилог книги к этой. Большевики национализировали все предприятия товарищества братьев Нобель. Промыслы, заводы, дома, верфи, суда, хранилища не только в Петрограде и Баку, но и по всей России. Нобели потеряли ряд компаний, в которых были пайщиками. Волжско-Бакинское товарищество, товарищество Монташево, Московско-Кавказское товарищество, Волжско-Черноморское общество, товарищество братьев Мирзоевых, Арамаст, Атхан-Юртовское нефтепромышленное общество, Нефтераст, учрежденное в Лондоне англо-русское Максимовское общество, Леонозов и сыновья. Кроме того, они единолично владели такими фирмами, как Восточное общество товарных складов с их хранилищами, цистернами, товарищество Рапид, Колхида, компания И.В. Рогозин, проходство общества Руно, Кама с его 13 буксирами, 50 баржами были совладельцами Челекино Дагестанского общества, не говоря уже о доле в Грозненских и Чемионских промыслах, месторождениях Санта и Эмба Каспийская. Ну, в общем, друзья, они утратили целую промышленную империю, но надо сказать, что все-таки, конечно же, Советский Союз благодаря инфраструктуре империи Нобелей создал нефтяную промышленность у себя и стал одной из ведущих держав в мире по производству нефти. Вот, друзья, такая история. И уже, надо сказать, что в годы Великой Отечественной войны по железным дорогам, которые построили братья Нобели и к Сталинграду, и к Москве, и к Курской дуге, в цистернах, которые придумали братья Нобели, везли то самое топливо, которое придумали братья Нобели в вагонах для той техники, на которых стояли дизельные моторы, которые тоже появились благодаря братьям Нобелям. И я сказал в начале первой части нашего выпуска о том, что, возможно, и не было бы победы такой в Великой Отечественной войне, если бы не Нобели. Почему? Потому что у немцев были бензиновые двигатели на военной технике, которые очень хорошо горели, а дизельные двигатели горели не очень хорошо, они были на нашей технике. Ну и, собственно, это одна из версий того, почему это делало нашу армию сильнее. Ну, конечно же, не без следов братьев Нобеля, как видите, которые выросли и всю свою сознательную жизнь провели в России до 1918 года. Вот, друзья, такая интересная история и вот такой вклад был внесен империей братьев Нобелей в нашу культуру, историю, экономику и вообще во все наше прошлое и настоящее. До встречи!